Мини-заводы могут стать основой переработки местной сельхозпродукции. К такому выводу пришли в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. Глава ведомства Олег Белак провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия «Сельхозлидер» Денисом Савчуком. Московская компания производит сельскохозяйственные мини-объекты – заводы, пекарни, бойни и сыроварни. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества компаний и ненецких аграриев. Главу департамента заинтересовала, в частности, возможность строительства в регионе мини-бойни. По словам Олега Белака, в появлении модульных убойных пунктов контейнерного типа могут быть заинтересованы оленеводческие хозяйства региона, такие как «Восход», «Индиго» и «Дружба народов». Он попросил руководителя «Сельхозлидера» подготовить коммерческие предложения для аграриев региона с указанием цен на объекты. Также стороны договорились, что компания подсчитает примерную стоимость возведения ферм на 50 и 100 голов на основе имеющихся технологий. Напомню, московская компания реализовала на территории округа уже два проекта. Мини-завод по переработке мяса в поселке Красное мощностью до 500 кг сырья в сутки и мини-завод по переработке молока в селе Оксино.